Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники и Олуха. Так, древесинку мы забрали. Беззубик, ну-ка покажи. Ага, яйцо. Яйцо, если я не... Да, костолом редкий. Ну, давай, пускай выводится. Пускай будет. Так, наших драконов, соответственно, мы отправляем на поиски. Так, здесь нам выпадает тусклый янтарь. Особо он мне как бы сейчас не нужен. Так, слушай, давай-ка тогда сразу мы, наверное, его отправим дальше за железом. Так, древоруб. Лети за деревом. Так, ну-ка. Сарделька. Остановить волну. Пускай летит, останавливает волну. А барсик, что нам тут добудет? Угу. Я, кстати, ребята, не вижу, чтобы нам лучше находили, как говорится, нужные материалы. Хотя костюмчик говорил нам совсем о другом. Ну что, 12 рун. Давай отправим его опять в приключение. Так, кривоклык, что-то нам... Давай 130. Нет, 8. К сожалению, 8 только железа, путь сморкалы и бесплатно. Так, и, соответственно, Грамгильда. Приручение пускай будет у нас. Так, здесь вроде бы все. А, на рынок. Конечно, пойдем на рынок. Ну и что у нас? Новенькое тут... А ничего, друзья мои, новенького-то и нету. Окей. Давай мы... заберем здесь бесплатный загадочный пак. Так, монетурина. Кревет, громель, костолом. Чуткая буквально ресурсов. Здесь у нас ареновский пак созрел, который можно открыть. И выпадает из него громель, костолом, крылатый ужас. Сарделька даже выпала, ничего себе. С обычного пака выпала легендарная карточка. Недурно, я тебе скажу. Так, ну давай тогда уже заодно и драконов наших проверим. Легендарных, соответственно. Так, здесь забрали, подожди. Ага, все, ушел. Ушел, как говорится, под лаву, да? Здесь то же самое. Так, с вашего позволения, заберем, пожалуй-ка, здесь ресурсы. Вот таким вот образом. Так, секундочку. Мрачношип, давай я тебя прокачаю. Оу. Шанс было написано мизерный, чтобы он перешел в другую форму. Друзья, я сейчас опять тупанул, да? Вот ведь тупанул сейчас, да? Или нет? Я отправил кого-то сюда обучаться? 3500. Нормально, все, ребята. У нас пошла прокачка академии. Я думал, что я отправил кого-то тренироваться, но нет. А раз я никого не отправил, значит, соответственно, мы с тобой смогли, как ты видишь, поставить ее на улучшение. Что меня очень радует. Теперь мы наших драконов сможем прокачивать вплоть до 120, по-моему, 4 уровня. И это классно. Естественно, они будут прокачиваться, добывать мне больше ресурсов. Ну и тратиться, конечно, будет тоже, ребята, очень много ресурсов. Нам не хватает немножко... Фига себе, немножко... Да фига нам не хватает. Ну, я не знаю, может быть, получим сегодня как-нибудь. У нас должно быть событие. Оно еще, по-моему, 2 дня назад началось. Но я работал, ребята. Я, в принципе, и сегодня работаю. Мне вот в ночь буквально идти через... Через полчаса я должен уже собираться потихонечку и выходить. Поэтому... Ой-ой-ой, что ты делаешь-то? Давай, идите. Поэтому что успею сейчас сделать, то и успею. Так, давай сюда. Страхокола. Естественно, как же без страхокола. Ну что, вроде бы здесь все. Остается вот тут только дополучить наши награды. Ага, и еженедельки у нас еще есть. Ну-ка. Угу. Блестящий янтарь. Ну, вроде бы пока все. Сейчас мы только еще заберем здесь нашу награду. Блестящий янтарь.
Так, этого я забыл отправить. Ничего страшного. Отправляем и переходим, ребята, еще знаете куда? Нам же нужно отправлять Барсика дальше. Ой, Барсика, ё-моё. Беззубика, конечно же. Какой Барсик? Пускай он идет, ищет шлемы. Нам обязательно это нужно. Так, здесь тоже заберем наградочку. Ну, вроде бы все, да? Это с основными, как говорится, работенками я расправился. Сейчас еще разочек просмотрю, так сказать, свою... Ага, подожди секундочку. Нет у нас янтаря. А кто-нибудь хочет отправиться куда-нибудь, а? Ну, давай, лети за рыбой пока. Тоже лети за рыбой. Нет, вроде бы, ребята, все сидят тихо, молча. Никто никуда не хочет идти. Никто не подрывается. Блин, я даже... Почему я не могу набрать древесины, да? У меня, ну, я понимаю, что, конечно, максимальное количество. Ну, сфига ли, блин. И мне ничего не сделать. Заблокировали, так сказать, меня полностью тут и окончательно. А, давай, лети. 85 миллионов. Давай. Ускорить. Да не буду я ничего тут ускорять. Я не могу никуда потратить древесину, к сожалению, ребят. Вот так тогда сделаем. 630, давай, лети вперед, родной. Твои 150 железа нам пригодятся. Ну что, я пойду, наверное, с вашего позволения, ребята, на событие угроза, бух и бах. Раз дается 4 дня, значит, это событие очень длинное, как ты видишь. И я с удовольствием начинаю его прохождение. Сейчас мы посмотрим. Угу. Здесь у нас одна волна всего лишь. Одна, ребят, волна. Ну что ж, поехали тогда на разборочку. Угу. Он начинает ходить первым, но мы сразу же в ответку ему. Погнали. Распетрушили. Не добили, к сожалению. Давай-ка вот так сделаем. Ну что-то там же... Блин. Удар хвостом. Ну, в принципе, ничего страшного, потому что, ребята, уровень пока у нашего противника 15, и мы спокойненько их разбираем. А на рулетке нам выпадает рыба. Жалко, конечно, что так мало. Ладно, забираем 50 рун. Замечательно. Ну что, у нас получается почти 2000 рун, да? 1884. Естественно, вперед. Два поединка будут проходящими. После второго мы получим загадочный пак. Опять же одна волна, что очень меня радует. Два. Угу. Я думаю, что, наверное, вот с этого надо. Хотя. Да, водорез бесевый, конечно, я не спорю, но давай-ка, наверное, мы да добьем тогда уж. Опа-на, он промахнулся. Водорез, конечно же, пытается что-то сделать. Вот сейчас либо он будет нас глушить. Скорее всего, будет глушить и отхиливаться. Ну, конечно же. Он довольно предсказуемый. Но тут, по-моему, ему все карантарики. Ну что, очередная рулетка, и здесь нам достается прилив сил. Ну это шикарно. Это шикарно. Ну что, поехали дальше. Вот у нас второй поединок, после которого загадочный пак будет у нас в кармане. Но сначала нужно еще победить, а я больше чем уверен, что победа будет за нами, потому что, ребята, здесь две волны. Душитель плюс водорез. Поехали с водореза, наверное, я начну. Хотя душитель тоже такой еще душнило. Он любит что делать? Он любит понижать защиту.
Здесь он решил вот так вот сделать, да? Повесил на нас смятение. Ну что же, сам напросился. А на второй волне опять же у нас, ребят, душнило и змеевик. Так, добиваем. Прекрасно. Но-но-но-но-но. Парнишка, успокойся. Зачем ты себе тут повышаешь атаку? Оно тебе не понадобится. И еще один прилив сил. Слушай, нас сегодня балует. И это мне нравится. Ну что, загадочный пак. А по итогу, последняя награда, которая у нас будет за сегодня, это, видимо, 700 тусклого янтаря. Это вот то, что мы получим. И, по ходу дела, тут 3 дня понадобится нам для того, чтобы разобрать полностью это событие. Ну, не 3 дня, я имею в виду 3 раза захода в игру. Надо успеть, у нас в наличии всего лишь 4 дня. Сегодня мы поиграли. То есть минус 1 день. Потом у меня будут выходные длинные. За этот период мы с тобой пройдем события. Я больше чем уверен. Так, ну что ты там? Что ты там пыхтишь? Давай, наверное, с него и начнем как раз. Вырубим его. Так, ну что, громобой либо костолом. Я все-таки, наверное, начну с громобоя. Почему, ребят? Этого душнилу бомбить нет пока смысла. Во-первых, он зеленый. То есть страж, мы его будем тут долго ковырять. Смотри-ка. Ты смотри, что, барська. Ах, вы жулики. В общем, они, ребята, барська хотят уничтожить меня. Да, я его спасти не смогу. Этот косолом постарается, естественно, сейчас бомбануть. Второго раза нам не дали на уклонение шанса. Но мы отомстим, да? Мы отомстим, потому что последний удар остается по нему. И, как говорится, до свидания, дядя. 112 миллионов рыбы. Итого у нас 400. Ну, маловато, конечно. Хотелось бы чутка больше. Поехали. Последняя на сегодня у нас битва здесь будет на арене. Точнее, на событии. 3 волны, что ли, собирается у нас быть здесь, нет? Нет, 2 волны. Его одного сюда поставили. На растерзание, видимо, нам. Ну что же я скажу. Мне очень льстит такая халява. Ага, нифига себе, 3 стража. Воу-воу-воу. Блин, 3 стража, это жестко. Ну. Так, хорошо, что они пока делят между собой разных бойцов. Так, громобой, в принципе, мы сейчас должны будем ушатать. Как-то таким макаром. Но дело в том, что сейчас кто-то из них будет глушить, а возможно даже поджигать. Глушить все-таки, да? И это у нас... Шторморез, бедолашка ты наш. Оглушенный. То есть вывели пока его из строя на один ход. И начинает вот его прессить. Прессить, просто начинает. Вау, это что было? Фига вы, ребята, устроились тут, я смотрю. Я не ожидал, просто он что так быстро зафигачит мне, эй. Блин, надо брать его тогда в слепоту. И уже под этим дебафом его, наверное, ребят, разбирать. Да. Жулик ты несчастный. Ну все. На сегодня, ребята, по-моему, с ареной покончено. С событием, точнее. А на колесе нам достается... По минималке рыба. Ну что же, рыбешку забрали. Также мы забрали 700 тусклого янтаря. И дай-ка я кое-что гляну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, друзья, еще 2 раза по 5 боев нам нужно будет сделать. То есть 10 боев в общем количестве. Ну-ка, что у нас тут? Монеты Удина.
Шторморез, шипорез, парящий прихвостень. Ну, что-то вообще, вообще мало, ребят, дали нам. Вообще мало нам чего дали. Такс. Ну, вроде бы как все. Рыба у нас минималка, поэтому я ничего сейчас сделать абсолютно не смогу. 2 дня, не забывайте, друзья, нам придется ждать, пока у нас сделается академка. То есть до этого времени я даже не смогу никого отправлять на прокачку, как ты понимаешь. Так, обмен поставили. А рыкошмык? Где у меня рыкошмык? Вот он мелкий, сидит тут. Балдеет. 86 уровень. Ну, в принципе, ребят, нормально, сойдет. Фух. Да. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!